Вітаю вас, шановні глядачі, на телеканалі Миколаїв. Програма «Це вас хвилює», і я рада зустрітися з вами в нашому ефірі, в нашій студії. Сьогодні, як і завжди, по середах ми зустрічаємося із фахівцями, із лікарями, і сьогодні, зокрема, будемо говорити про дитячі захворювання. І відповіді на запитання з цієї теми надасть наш гість Михайло Адиров, педіатр Миколаївської обласної дитячої лікарні. Доброго дня, пане Михайло. Здрасте. Рада вітати вас у нашій студії. Одразу ж нагадую, шановні глядачі, номер нашого телефону 76-92-42. Цей номер ви бачите зараз на своїх екранах. Будь ласка, телефонуйте і ставте свої запитання до лікаря-педіатра. Отже, пане Михайле, весна, ніби перші вже теплі дні, але ми бачимо, що чимало дітей сьогодні хворіють на гострі респіраторні захворювання. Чим ми можемо пояснити це взагалі, чому ми бачимо весною такий сплеск захворюваності? Да, дійсно, у нас наблюдається некоторое повышение, оно, конечно, не достигает того уровня, который мы видели зимой. Вот. Объяснить можно несколькими причинами. Во-первых, погода, она, в принципе, предрасполагает к тому, чтобы дети более активно выходили на улицы, игрались на детских площадках. Это контакты между детьми, они, соответственно, приводят к обмену инфекциями. Дело в том, что ребенок с клинической точки зрения здоровый, он может выделять вирус в окружающую среду до 2-3 недель после выздоровления. Соответственно, дети, обмениваясь между собой, более активны они сейчас, наблюдаем вот такой вот всплеск заболеваемости. Следующей причиной можно отметить, конечно же, весна характеризуется низким содержанием витаминов в продуктах питания, дети истощены часто зимними заболеваниями, скажем так, мы видим феномен, когда дети переносят 2-3 заболевания зимой, скажем так, в легкой форме могут перенести, весной, может быть, имеет какая-то истощенность иммунитета, уже формирующуюся к весеннему периоду, и ребенок, скажем так, очень легко заболевает достаточно серьезным заболеванием, то есть у нас у врачей весна – это, в принципе, как ни парадоксально, это период пневмонии, достаточно тяжелых воспалений легких у детей. Можливо, ще оманливе таке перше весняне тепло є тому причиною? Конечно. Вже хочеться більш легкого одягу, більше часу проводити на вулиці, а ці перші сонячні промені нас обманюють, і насправді ще доволі холодно, часто може бути протяг, вітер якийсь. Конечно. Дети подвижны по своей натуре, они очень легко подвергаются воздействию переохлаждения. Вот. В принципе, это очень такой весомый фактор. І якщо говорити про саме гострі респіраторні захворювання, хотілося б почути декілька рекомендацій їх профілактики. Як же уникнути зараження своєї дитини або якихось ускладнень? На самом деле профилактика больше сводится к предметам нашей повседневной гигиены. Уже давно, в принципе, доказано, что преобладающую роль в инфицировании детей, именно детей, играет не так называемый воздушно-капельный путь передачи, а контактный. То есть дети абсолютно легко заражаются вирусными инфекциями через руки. Это через игрушки, это контакты с окружающей средой на улице, где через руки матери, в принципе, дети раннего возраста. Поэтому профилактика сводится именно к частому мытью рук, к проветриванию помещений, к ограничению контактов. То есть, скажем так, прогулки на свежем воздухе никто не запрещает, но большие скопления людей посещать, то есть супермаркеты, игровые в том числе центры. То есть это то на поверхностях, вот в принципе, даже игровой центр возьму как пример. Сегодня их чимало, чимало весной. А на поверхности их может быть огромное количество вирусов, то есть ребенку даже не нужен, может быть, контакт близкий с другим больным ребенком, ему достаточно взяться там где-то за какой-то предмет, потереть себе носик или там чихнуть, не все этого будет полностью достаточно, чтобы получить заболевание. Поэтому предметы личной профилактики, они на первом месте. Вот. Медикаментозная профилактика, конечно, чуть-чуть
должна быть на втором плане. Все-таки это То уже... в первую очередь это дотримання правил гигиены Да, особистой. Да. Потому что медикаментозная профилактика – это уже прерогатива чуть-чуть врачей. Это нельзя... Так... Самостоятельно не можно призначать детям такие иммуностимулирующие препараты? Нет. Мы не рекомендуем, то есть иммуностимуляторов сейчас много, иммунитет эволюционно сложилось, что это довольно сложная система, довольно тонко настроенная природой, и вмешиваться в нее вот регулярно, очень иногда грубо вмешиваться, при, скажем так, довольно не, изначально не тяжелом течении заболевания, без рекомендации врача самостоятельно ни в коем случае не стоит. Дякую за відповідь. Нагадую вам, шановні глядачі, ми у прямому ефірі, номер телефону 76-92-42. Якщо у вас є запитання до педіатра, будь ласка, телефонуйте і ставте їх у нашій студії просто зараз. Ви сказали про те, що не варто самостійно призначати дітям імуностимулюючі препарати. В той же час сьогодні фармацевтична галузь пропонує нам доволі широкий вибір вітамінних комплексів. І, звичайно, багато батьків, турбуючись про своїх дітей і розуміючи, що весна – це час ослаблення організму, хочуть підтримати своїх малюків або старших дітей з такими вітамінними комплексами. Як би ви порадили, чи варто їх давати дітям, чи варто теж звертатись обов'язково до лікаря, щоб їх почати приймати, і взагалі, які є правила підбору вітамінів для дітей? Діло в тому, що вітаміни по своїй суті – это у нас, у врачей, это лекарственные препараты. Вот, они относятся к лекарственным препаратам. Полноценное питание здорового ребенка, изначально здорового ребенка, полноценное питание полностью должно обеспечивать его всеми необходимыми витаминами, микроэлементами, в том числе и питательными веществами. Витамины, в принципе, нужны в двух случаях. Когда у ребенка имеется исходное заболевание, при котором он склонен к гиповитаминозам. Есть ряд заболеваний кишечника, патология легких, то есть хронические иммунодефицитные состояния. Или недостаток поступления с пищей витаминов. Учитывая высокую так называемую рафинированность сейчас продуктов, то есть продукты содержат минимальное количество витаминов. Дети даже с полноценным питанием не всегда получают достаточное количество витаминов. Еще один такой важный вопрос. Витамины на самом деле делятся на две большие группы. Это водорастворимые витамины и жирорастворимые витамины. Мы как-то в повседневной жизни привыкли, что витамины – это фрукты, это овощи. Это... Дело в том, что во фруктах, в овощах содержатся в основном водорастворимые витамины. Эти витамины очень важны, но не следует забывать о жирорастворимых витаминах. Это витамины А, Д, Е и К. Они содержатся преимущественно в маслах, растительном, сливочном масле, в молочных продуктах, в печени, то есть, скажем так, в более таких в рыбьем жире. И порой данные витамины, вот жирорастворимые, не менее важны, чем водорастворимые, о чем мы иногда, скажем так, забываем. Они важны и для работы иммунной системы, и для формирования костей. И, в принципе, некоторые из них играют и некоторую противовирусную даже роль. Поэтому рацион питания ребенка должен быть достаточно широким. Если ребенок по каким-либо причинам не может получить в рационе питание, ему, конечно же, желательно назначение витаминов, особенно в весенний период. На що звернути увагу, коли вибирати саме вітаміни? На що звернути увагу, коли вибирати вітамінний комплекс? Діло в тому, що, прийдя в аптеку, необхідно або фармацевту, провізору задати вопрос. Подскажіть мені, де у вас є вітаміни, лікарственні препарати, тобто вітаміни, произведені фармацевтичною компанією. І де у вас вітаміни в виде пищевых добавок? Фармацевты всегда знают, и в принципе для детей необходимо выбирать витаминные комплексы, которые являются лекарственным препаратом. Чему это важно? Дело в том, что для лекарственных препаратов требуется более жесткий контроль именно качества, более жесткий контроль состава, более жесткий контроль безопасности витаминов. Пищевые добавки в этом плане несколько могут уступать, и поэтому детям мы рекомендуем только витамины, лекарственные препараты. Соответственно, при назначении витаминов, конечно, желательно в первую очередь обратиться к врачу
И врач сможет, в принципе, видя ребенка, оценив его состояние, порекомендовать тот или иной комплекс витаминов, который в данном случае будет более адекватен, исходя из состояния ребенка. І ще один момент, який теж часто навесні ми спостерігаємо, це загострення хронічних хвороб, які вже є у дитини. Яким чином ми можемо допомогти теж організму подолати це загострення або уникнути його? І які хвороби найчастіше загострюються саме навесні? На що, ну, кому з батьків варто бути саме насторожі зараз? Ну, класически ми бачимо весною увеличение частоты желудочно-кишечных заболеваний. В плане это гастриты, обострение панкреатитов, хронических воспалительных заболеваний кишечника. То есть это все характерно для осенне-весеннего. Осенью-весной обостряются данные заболевания. Нигде не секрет, что лучшее средство – это профилактика. Вот, и в принципе, родители, которые знают, что их ребенок страдает каким-либо хроническим заболеванием, или он предрасположен к каким-то заболеваниям в какой-то период времени. Вот, например, весной у нас чуть попозже будет период аллергических проявлений. Обов'язково ще теж звернемо на це увагу сьогодні. Вот. Родители должны заблаговременно, скажем так, обратиться к своему лечащему врачу и получить от него рекомендации в плане профилактические, то есть какие, что им можно уже начинать пить. При каждом состоянии это, конечно, разные будут лекарственные препараты, но всегда лучше предупредить. Вот. Особенно это касается заболеваний желудочно-кишечного тракта и, опять же, аллергических заболеваний. Если говорить про аллергию, часто ну, для батьків аллергічні реакції у дітей стають несподіваними, особливо сезонні, якісь полінози, риніти, тобто все це може так застати нас зненацька. На які симптоми варто звернути увагу, якщо раніше, припустимо, у дитини алергії не було, або це дитина такого раннього віку, там, до року, один рік. Які симптоми можуть свідчити про появу алергічної реакції? І як відрізнити, припустимо, алергічний риніт від нежиті, такого простудного? Скажімо так, алергічні заболівання характеризуються своїм спектром симптомів. Вони, як правило, протікають без вираженої температурної реакції. Вони, як правило, мають затяжне течення. Тобто, вони не піддаються в принципе, лечению обычными нашими стандартными средствами, которые мы применяем при простудных заболеваниях. Они имеют свойство к волнообразно-рецидивирующему течению. То есть мы можем видеть некоторое улучшение на 3 дня, потом ухудшение. Вот. Для симптомов аллергических заболеваний также характерен так называемый анамнез. Мы всегда выясняем, у кого из членов семьи есть подобное. Аллергические заболевания имеют прямую наследственную предрасположенность. То есть если мама или папа имеют подтвержденное аллергическое заболевание, ребенок будет с 25% вероятностью иметь аллергическое заболевание. Если и мама, и папа имеют аллергическое заболевание, ребенок с 75% вероятностью будет иметь аллергическое заболевание. И так называемый пищевой анамнез, какое питание, какой вид питания ребенок получал на первом году жизни. Доказано, что грудное вскармливание, только грудное вскармливание до первого года жизни защищает ребенка от аллергических заболеваний. Вот, это все в совокупности позволяет, оценив всю картину, сказать, у нас есть аллергический процесс или инфекционный. Дело в том, что в настоящее время мы видим так называемые комбинированные инфекционно-аллергические процессы, когда аллергия является фоном, на фоне которого постоянно мы видим рецидивирование инфекционных процессов. Тобто аллергічні реакції послаблюють організм, і за рахунок цього частіше виникають захворювання вірусні або інфекційні, так? Да. Это фон. Иммунитет работает немножко, скажем так, не в ту сторону. Он борется не с тем, с чем надо. Соответственно, в организм в это время проникают один за другим инфекционные агенты. То есть у детей, в отличие от взрослых, мы очень часто видим так называемые смешанные заболевания аллергической и инфекционной природы одновременно. Что-то является фоном, что-то наслаивается.
Якщо батьки розуміють, що у дитини з високою вірогідністю може бути алергічна реакція, або вже знають про схильність до алергічних реакцій, яким чином їм треба діяти от зараз навесні? В принципі, ще зараз такого активного цвітіння ми не спостерігаємо, але воно незабаром розпочнеться. Вот. В первую очередь рекомендовано все-таки в такой период благоприятный выяснить конкретно, на что у ребенка есть аллергия. Это специфичное обследование. Специфичное обследование, оно сейчас доступно, вот, и позволяет выяснить перечень аллергенов, соответственно, разработать для ребенка индивидуальную схему профилактики. Этим занимаются успешно аллергологи наши. То есть мы, зная, когда какой цветет какое растение цветет, мы можем ребенку порекомендовать превентивную терапию, так называемую, то есть начать курс лечения за несколько дней, недель до предполагаемого цветения. Мы можем рекомендовать так называемую аллерген-специфическую иммунотерапию. Это новое направление, которым начинает уже давно начали заниматься и, в принципе, хорошо освоили наши аллергологи. Когда мы используем такой древний принцип «лечу подобное подобным», когда мы используем микродозы аллергена, это для детей прекрасная терапия в виде леденцов. Они получая постоянно микродозы аллергена этого, который мы установили, формируется так называемая иммунная толерантность. Иммунная система перестает реагировать аллергическими реакциями. То есть наши возможности сейчас и профилактики, и терапии заболеваний, конечно, очень расширились в последнее время. Поэтому в первую очередь контакт с врачом, даже первичного звена, далее с аллергологом, позволяет довольно успешно выработать тактику для каждого ребенка индивидуально уже. Мы видим эру так называемой индивидуализированной терапии, и это очень успешно. Я дякую, думаю, це дуже корисна інформація для тих батьків, які зараз нас дивляться. І ще раз нагадую вам, шановні глядачі, ми у прямому ефірі. Будь ласка, за номером 76-92-42 ви можете поставити свої запитання. Пане Михайло, повертаючись до того, з чого ми розпочали, власне, нашу програму, гострі респіраторні захворювання, сьогодні побутує така думка, що такі первинні прояви можна не лікувати, а обійтися звичайними якимись гігієнічними процедурами. Чи так це, ми поговоримо з вами за кілька хвилин, а зараз ми маємо вже перший дзвінок від глядача, тому давайте дамо відповідь. Алло, доброго дня. Здравствуйте. Доброго дня. Скажіть, пожалуйста, доктор, що можна перемінити зараз, чтобы немножко успокоить гиперактивного ребенка. Мы пробовали ему валерьяночку давать, глицесет, ничего не помогает, ему 4 года. Он очень активный и днем, и ночью. С трудом мы его укладываем спать. Угу. Дякуємо за запитання. Насправді багато дітей сьогодні можемо бачити таку гіперактивність. Давайте про це і поговоримо. Вот. На самом деле, в первую очередь, необходимо разобраться. У нас есть две группы заболеваний в данном случае. И есть такое сейчас распространенное понятие, как синдром гиперактивного ребенка. Данный синдром требует в первую очередь консультации у невролога. Вот. Невролог должен исключить, что данная гиперактивность вызвана каким-либо патологическим процессом. Вот. После того, как невролог исключил, что у нас не имеет места острое неврологическое какое-то заболевание какое-либо, данное состояние может корректироваться неврологом соответствующей лекарственной терапии. Вот. В некоторых случаях, если эта ситуация выходит из-под контроля, не надо бояться обращаться к детскому психиатру, психолог и психиатр. Вот. К этим специалистам надо обращаться, потому что мы сейчас видим феномен, когда мы пытаемся лекарственной терапией, не разбираясь в причине, пытаемся лекарственной терапией просто повлиять на ситуацию, не смотря в ее корень. Поэтому психика детей, она довольно сложная.
Так же, как и в иммунитет, вмешиваться в нее такими грубыми достаточно иногда средствами, как успокоительными веществами, не следует. Есть специалисты, у нас работают и психологи, и детский психиатр. Это не психиатр взрослый, это детский психиатр, к которому можно обратиться, они порекомендуют. То есть достаточно часто в таких случаях даже не требуется медикаментозная терапия. Иногда грамотная работа психолога или подключается иногда психиатр, позволяет полностью ліквідувати цю ситуацію, не прибігає даже к каким-то сложным. То не варто зловживати препаратами. Да. Варто... В даному случае, учитывая ранимость психики дітей, они сейчас своей гиперактивностью могут, это реакция такая, реакция детского возраста, они могут реагировать на любые происходящие вокруг процеси вот таким образом. Поэтому с этим надо разбираться и разбираться грамотно. Можливо, зміна режиму дня або взагалі ну, якісь додаткові да. процедури звичайні з дитиною можуть навіть скоригувати абсолютно, цю ситуацію. Абсолютно вірно. Я дякую вам за відповідь. Сподіваюся, що і нашому глядачеві ця відповідь стане у нагоді. Маємо ще один дзвінок від глядача. Алло? На жаль, дзвінок у нас зірвався, але я ще раз нагадую, що ми у прямому ефірі, тож, будь ласка, телефонуйте. Отже, повертаємось до того запитання, яке я почала озвучувати. Чи варто нам допомагати дитині боротися із симптомами гострореспіраторного захворювання і лікувати їх? Чи достатньо звичайних промивання носа сольовим розчином, частих провітрювань, зволоження повітря і зміни режиму харчування? Конечно, лечить детей следует, и есть прямая зависимость между временем начала лечения и его эффективностью. То есть не секрет, что лечение более эффективно, если оно начато рано, в первые 24-48 часов. Поэтому у нас есть такая градация. Наиболее эффективные специфические средства, то есть средства, которые непосредственно воздействуют на причину, на вирус, они эффективны обычно в первые 48 часов. Поэтому, если у нас имеет острейший период, если мы только подозреваем даже у ребенка наличие развивающегося заболевания, в данном случае мы можем уже в первые 48 часов применять специфическую терапию. Противирусную. Да, это может быть противовирусная терапия, это может быть растительная терапия. То есть, в принципе, это широкий сейчас круг, спектр веществ, которые мы можем применять. И часто уже указано, что данные вещества рекомендовано, они наиболее эффективны в первые 48 часов. Вы сказали рослинную терапию. Тут ну, мені дуже цікаво, я думаю, що зараз і багато наших глядачів теж привернули свою увагу до цих слів. Що ви маєте на увазі? Дело в том, что... Препарати типу калини з цукром, вони дійсно допомагають? Нет, мы сейчас не говорим об... Это есть такое понятие альтернативная медицина. Мы говорим о растительных препаратах, которые являются лекарственными препаратами. То есть, препараты же, на основе рослинных речовин. Да, опять же, в аптеке. Это не добавки. В аптеке сейчас доступен круг препаратов, которые просто на... Ну, они являются лекарственными препаратами, а не на основе растительных средств. Вот. Они тоже эффективны в первые часы, сутки заболеваний. После этого, когда у нас уже имеет место симптоматика, то есть у нас имеет место нарушение общего состояния ребенка, вялость, снижение аппетита, имеет место катаральный синдром, это заложенность носа, насморок, слезотечение, чихание, кашель, боль в горле. В данных случаях уже недостаточно этих средств. И, конечно, тут уже идет речь об обращении к врачу с целью назначения специфической терапии плюс симптоматической терапии. То есть нам очень важно в данных случаях не только бороться с вирусом, не только стимулировать иммунную систему, а облегчать состояние ребенка. Поэтому очень важно обратиться к врачу, который подберет симптоматические средства, которые позволят убрать эти симптомы. У детей до года, скажем так, даже банальная заложенность носа может привести к тому, что ребенок не сможет кушать.
Поэтому вся данная терапия в комплексе, она очень важна для ребенка, и нельзя пренебрегать каким-то ее компонентом. То есть, скажем так, давать только специфическую терапию, забывая о снятии даже симптомов, которые для детей представляют довольно-таки, представляются серьезными. Дети достаточно часто даже невысокую температуру могут переносить плохо, и это чревато своими осложнениями. І якщо говорити, власне, про специфічну таку противірусну терапію, багато батьків остерігаються, так побоюються давати противірусні препарати через те, що нібито потім імунітет самостійно вже не буде справлятися із вірусами. Чи справедливе це побоювання? В какой-то мере, конечно, справедливо. Опять же, можем вспомнить, что иммунная система эволюционно, она, в принципе, очень сложная и полностью эффективная. У исходно здорового ребенка иммунная система каждые сутки сталкивается с тысячами микробов, с миллионами, и она активно с ними борется и предотвращает развитие заболеваний. Регулярно вмешиваться в нее действительно не стоит. Когда мы видим рецидивирующее течение заболеваний, то есть регулярно повторяющееся, когда мы видим высокую частоту заболеваний, когда мы видим тяжелое течение заболеваний, то есть, например, каждое простудное заболевание у ребенка сопровождается осложнениями. В данном случае необходимо разбираться, где у нас есть поломка в иммунитете, есть ли она вообще. Для этого, опять же, для начала надо обратиться к педиатру, и скрининговым, то есть самым первым в данном случае, является общий анализ крови, который уже позволяет часто развеять многие сомнения. Вот. После этого педиатр может направить ребенка к иммунологу, который может составить, в принципе, даже план терапии, который будет грамотно эту иммунную систему стимулировать. Я дякую вам за відповіді. Я сподіваюся, що ця зустріч стала корисною нашим глядачам. І прощаюся з вами до наступних зустрічей у нашій студії. Нагадую вам, шановні глядачі, сьогодні ми спілкувалися із педіатром Миколаївської обласної дитячої лікарні Михайлом Адировим. Дякую вам за те, що були з нами протягом цієї програми. Залишайтеся і надалі з телеканалом Миколаїв. На все добре.